Ты лучше начал понимать женщин в целом, когда ты там попробовал, например, подкрасить брови или, не знаю, накрасить глаза, что-то еще? Нет у тебя такого, что ты их чуть лучше стал понимать? На самом деле у меня никогда не было проблемы понимания женщин. Мне все это понятно. Как будто бы с этим родился, пониманием того, нет, как устроен? Нет, я не то, что с этим родился. Я всегда общался с женщинами, которые уже были с опытом жизни, которые мне передавали этот опыт через свою призму, и мне было понятно, что на тот момент испытывает тот или иной человек. Был во взрослых компаниях. А как тебе феминистки относятся? Просто не отслеживаю, но я думаю, что, конечно, мои какие-то высказывания, возможно, шутки, могут будоражить их умы. Но мне кажется, что они не должны воспринимать мой юмор со стороны высмеивания женщины. Потому что я всегда высмеиваю две области. Я высмеиваю и мужчин, и женщин.